После затянувшегося творческого перерыва группа «Градусы» снова воссоединилась. На днях уже завершились съемки клипа на новую песню «Вали и гуляй». Группа полным составом летала в Таллин к известному эстонскому режиссеру Хендрику Масику. Ребятам понадобились сутки на съемки нового клипа. Судя по бэкстейджу, можно сказать, что музыканты из «Градусов» сделали марш-бросок по эстонским болотам в своих костюмах. Новый клип «Воссоединившихся градусов» вы увидите совсем скоро в эфире телеканала РУ-ТВ.